Всем добрый день. Постараемся с Дмитрием провести мини-мастер-класс тренировку. С чего тренировка начинается? С разминки, да? Разминка лежа, сидя и разминка движения. На самом деле это действительно очень важное мероприятие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Нам нужно повышать популяризацию волейбола, и, конечно, это важно для всех, не только для детей, но и для всей страны. Также это большие впечатления, эмоции для детей. Я видел их горящие глаза, и все полностью отдавались процессу, и это не может не радовать. И, конечно, когда в следующий раз позовут, я также приеду, потому что у детей такое желание было бешеное. Так что все прошло очень круто. Занимаюсь, и в моем детстве не было такого, что кто-то из профессиональных волейболистов приходил в школу, давал мастер-классы, поэтому я считаю, это важно и очень круто для молодых ребят. Я на самом деле оценил уровень, ну, у меня были определенные ожидания, и дети действительно очень хорошо играют, и у некоторых точно есть будущее.